На западе Камеруна, в кратерах потухших вулканов, заполненных водой, живут совершенно уникальные африканские цихлиды. Первые цихлиды в этом озере были пойманы и описаны еще в 1930 году. Известный австрийский ихтиолог Макс Холли в своем синопсисе «Рыб Камеруна» представил их как Паратиляпию Мэри. Прошло более 40 лет, прежде чем другой знаменитый ихтиолог Британского музея самка несколько раз демонстрирует самцу ложный нерест, как бы приглашая его принять участие. Начинается характерное движение по кругу с так называемой позой Т и вращением по и против часовой стрелки. Чтобы все это было можно рассмотреть подробно, я монтировал сюда несколько повторов с замедлением и остановкой кадров. Движение рыб во время нереста очень возбуждает остальных обитателей аквариума. Вы видите, как в верхнем левом углу постоянно кто-то маячит. Ну вот видно, самка выметала икру по-настоящему. В этот момент происходит своеобразный поцелуй. Затем самец подхватывает отложенные икринки, и мгновение спустя мы видим характерную позу галочки и латинской буквы «В», когда самец передает подобранную икру самке для инкубации в аквариуме.